Мне приятно, меня тянет в церковь, меня тянет на исповедь. Я первый раз исповедовался, кстати, в 2013 году, не так уж и давно. За всю жизнь? Да, я исписал 8 листов А4 с двух сторон. 8 просто. Я шел, меня трясло. Я рыдал просто, пока он читал, потому что мне сказали, мама объяснила, но она дала мне брошюрки, там, как готовиться к исповеди, и я, естественно, все писал. И были те вещи, которые никто не знает. Интересный факт, мне сказал отец Иван, кстати. Как-то потом уже, когда мы с ним разговаривали на эту тему, я говорю, ну вот, мне так стыдно. Он говорит, Владичка, пойми, нет такой вещи, которой ты можешь меня удивить. Говорит, я слышал все. Поэтому вот это меня, кстати, как-то успокоило.